С просьбой о помощи в нашу телекомпанию обратились жители улицы Джапаридзе. Дорога на этом участке улицы просто в плачевном состоянии. Если зимой и летом к домам еще можно проехать, то весной и осенью люди ставят машины на соседних участках и добираются до своих домов пешком. Дома здесь построены относительно недавно, поэтому водопровода тоже нет, как и дороги. При развозе воды на этой улице застряла даже водовозка, и ее долгое время не могли вытащить. Теперь жители этих домов опасаются, что им перестанут развозить и воду. За комментариями мы обратились к представителям администрации Богучанского сельского совета. Люди обратились с этим в совет депутатов. Совет депутатов принял решение, что на данный момент сейчас будут проведем сначала измерения, что какие средства надо. Ну и в этом году отсыпем какую-то, не совсем, конечно, но чтобы проезд был, чтобы люди уже могли ездить, подъезжать к своим домам, были обеспечены водой.